И всем привет, дорогие друзья, с вами Хамстер Дэд, Селероса, Ларка, и мы растим драконов. Да, всем привет, ребята, блин, забыл, чапик изобрать в воздухе левитирует. Да. Сегодня, короче, у нас ответственное задание вырастить наших скальных дрейков, да. Сделали мы, короче, 21 кондёр, потому что минимум, оказывается, нужно 20 их сделать. Мы вот... их накрафтили, кое-как сделали, ну и я закидываю свое яйцо, и через 15... Слишком жарко? Чего? А, я понял, его надо вот сюда, короче, кинуть, в центр. Сейчас, вот так. А? Что? Подожди. А? Чё? Чё, нет? Ну-ка. О! Пошла, все. Все, нормально, мой чуть-чуть пораньше. 14 и 10. 14, но мы немножко попозже вырастем. Да, 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 там. Ладно, давай быстрее. Подожди, как, что? А, это... Бляха-муха, это ты 135 уровня. Да. Все, ладно, давай. Выходит, закрывай это дело. Вот, короче, посадили мы их, пусть они инкубируются там, пока вырастают. А мы сейчас... Так, скальный дрейк, скального дрейка. Красный вот тут... самоцвет. А я их налутал. А-ля-ля-ля-ла. Только где это делать? Верстаке? На верстаке нужно волокно 225. Раз, два, три. Волокно на... 125 железа. С железом, да. С железом проблемы. Вот. Потому что убили все на охлаждение пуканов. Да ну, это капец, блин. Эти кондёры делать, это... Блин, не то вытащил. Это делать реально жопа просто. Так, ладно, я думаю, что этого должно хватить. 250. Раз. А кожи не хватило, я сейчас закину. Справа там посмотри, прям справа от сундук твой первый. Да у меня есть со мной всегда при мне. Все, я своего забрал. Там был Хамстер Дэд написан, отдай. Это моё, вот твой родился, Селероссел. Врёшь, как дышишь. Нет, вон, изготовитель Селероссел, отдай. Ладно. Вот, видишь, сам говоришь, ладно. Твой заберу, всё. Твой был лучше. Я тебе отдал 120 уровень, я бы сказал, да, тот что-то там, кобздец, короче. Ага. Дрищ. Так. Сам бы втихаря сжутил, да ну на... сжучил бы себе. На кой хуй? Красоту такую вкусную. Выкинул. Да я выкинул где-то два стака блювотины. Так, мечи. Подожди, а я кирку выложил, нахрена? Отдайте. Так. Так, подожди, у меня дохрена камней. Мы тут, короче, пошились, ковырялись. Что, кобздец. Забыл выложить. Да просто, блин, ну прикинь, прошлая серия вообще ни о чем вышла. Ну да. Ни о чем. Поэтому мы решили ее сделать сразу такой маленькой, непримечательной. Так, спиногрызы, спинозавры. Попить. Охренеть, за столько времени я захотел попить. А, я тоже, кстати, жрать и пить уже там подхачиваю. Так, сейчас. Что я еще выложить хотел? Стрелы я хотел выложить. Да как, откуда вы тут, блядь, беретесь? В итоге, глянь, я их не могу убить, что за бред, блядь. Так, подожди секунду. Во, все. Не кипишуй. Теперь все. А, правильно, вот. Яд этот долбанный. Шикарно. Нефть тут куда-то, а? Шикарно, говорю. Нефть сюда. 11 минут. Потом что там, солома, наверное, да, еще, да, солома до жопы. Волокно рядышком. И дерево. 11 минут осталось, да? Угу. Все, пробежимся, может, куда? Жду не дождусь. Просто. Давай просто встаю. Увидеть эту красоту. Неописуемую. Кстати, у нас тут появился новый профессор Сидгятьев. Здравствуйте. Налепил я на него очечи. Словно чумачечь.
О, охренеть, он прыгнул нормально. Че, блядь? Опять? Нет, нормально прыгнул. А теперь ненормально. От раза к разу. Да я просто не понимаю, почему так. Ладно, не Так, а что суть. ж у меня по броньке? В половину все ушло. Ну смотри, серия шла где-то 40-45 минут. Пол брони за это мы всрали. Ну, Я думаю, норм. что это неплохо. Эх, сейчас бы Дрейка Да, у меня наружу вывести. половина осталась. Знаешь, что я сейчас сделаю? Когда Дрейка я приручу. Но. Оседлаю, точнее, когда он вырастет, оседлаю его. Первым делом я пойду его немножко вкачаю. Ну И дай. полезу по стенке вверх, вот туда, в свет. И сдохнешь там вместе с ним. Не, ну он-то Да, нет. пикирует, поэтому, в Ну да. принципе, не должно Да, фишка составить. в том, что это все нормально у тебя будет, а меня 5 тэпать начнет. Тебя таращить будет опять. Дико. Так, ну что там эти маленькие наши Да ребятушки? успокойся, только смотрел там минут 9 8 еще. минут. А уже 8. Да. Ну, у твоего 8, у моего и 9. Он там более, наверное, в эпицентре, поэтому у него побыстрее тайминг идет. Инкубирование. Додошечка пришла, смотри, даже Но не так. убивай, не надо. Гости. Все, ну хорошая. Так. Я не собираюсь убивать. О! Лех еще сильнее таращит. У нас гигант без мяса вообще. Да ладно. Сейчас, да, я в него засуну свое. Так, где мой краб? Сейчас я в крабов своего. О, он качнулся, ни хрена себе. Да, что ж тебе вкачать бы? Урончик, наверное. О, затанцевал. Красавчик. Тут додошка без сознания. Ты ее выключил, что ли? Да, она же ягодки ест. Проснись и помни. А во лбу звезда горит. А чё за мной-то? Ты охренел? Не я тебя приручал. Пусть жует. Хрена себе я ее долбанул. Смотри, Лёх, магия вне Хогвартса. А, она исчезла. Короче, сейчас в Все, у того воздухе на жопе все висела. равно это. Ля-ля, бежит, бежит. Кур-кур-кур-кур, блядь. Пекинес. Так, поведение, пассивка. 7 минут, сюка. Так. Че? Че можно еще заняться? Пошли погуляем мы Куда? на собаках. Зачем? Да вдоль этого, просто Дай посмотрю, погуляем. что можно еще прокачать. Что можно интересного еще сделать? Ну, я пойду крабов понагинаю, спиногрызов этих. Промышленная печь. Шокер. Транквилизирующий дротик. Короче, ничего интересного нету. Так, ладно, хорошо. Будем, значит, готовить дело все это Эх, на печку наложим. яйцо спинозавра накрылось. 4 сотни нефти нам нужно. Нормально, да? Вообще-то, немножко. Ну вот, 150 я нашел. Нужно еще столько же. Полимер нужен. Причем, как я понял, наверное, такой надо будет делать, потому что органического 4 сотни вряд ли влезет. Слиток металла 2,5, цементная паста 6 фунтов. Давай цементную пасту лепить. Так, давай хитин, кератин. Потихонечку ляпить. Так, 95, отлично. Так, что там у нас, ребята? Так, у твоего осталось 5 минут, у моего 6. Да нет, просто разница все. Блин, вообще жду, да. Лазить тут везде. Везде, повсюду. А еще прикол-то в том, что он в радиации сидит там, ему Да, вообще ему на радиацию плевать. насрать. Можно будет-то вообще вытворять дела.
Короче, зато мы знаем, где красные гемы находятся. В ну, шопе. Это да. Харькон. Что ты тут, Харькон? Он веселится. Прикольно, у него шкурка еще такая белая. Не знаю, прикольно. Ну а что ты меня кинул, блин, один? Да я здесь уже. Пойдем. Один я тут лазю. Да через 5 минут этот вылупится. Надо ж... Видеть! Надо ж присутствовать. Надо это видеть! Короче. Ладно, у нас 4 минуты, давай. Давай, куда ты там хочешь? Да никуда, вдоль реки, просто туда-обратно. Так, грибы не сработали. Крабов подолбать? Там яйцо есть какое-то. Да, оно протухло, это спинозавра. А, да? Да. Ты ему кровь, походу, пустил. Да? Это точно? Нет. А может и нет. Или это не точно? Точно, но не точная точность. Обесточность. Так, ладно, хорошо. Так, ты куда? Туда, да, вдоль реки? Не-не-не-не-нет. Ну иди вдоль реки, я догоню. Не, просто здесь, возле забора. Я понял, я вот он уже. По мясу скачу. Ага, я понял. Так. Хорошо, я не знаю даже, куда можно. О, ну все. Да все, короче, в пизду, пошли домой. Вообще ничего не могут. Во, по грибам, слышишь? Во, паркур, ёптать. Ага, паркур, я, блядь, перелетаю. Что ты вниз куда-то смотришь? Шо у тебя там это? Грибу утонул твой этот, другалёк. Блин, барбосы, ладно, а дрейки? Ох, как они прыгать будут. Тут не то, что с гриба на гриб, тут, блин, со скалы на скалу. Все, пошли возвращаться. Да, пошли, я уже домой бегу, все, вон, по грибам скачу, по шляпкам. Не, надо дождаться влупления детеныша, это че. Быть чтоб рядом с ним. Чтоб он только, опа, его уже заклеймили. Чтоб он даже пернуть не успел. Блин, я не пойму, кто это красный такой. Это ты там этих насветил. Светодиодов. Так, не, еще пока на месте. Ну. Ну, 2 минуты. Даже меньше 2 минут. Блин, не знаю, ручки потеют у меня. Давай ляжем, полежим. А как ложиться, чуть я не помню. На X. Да, вот сюда, давай вот так вот воткнемся. Ещё поебень вылезет какая-то. Прикинь, мелкие какие угарные. Ну да. Зато потом вырастет, вырастет, ага. Поэтому я говорю, тут надо будет шустренько сделать все это. Потом... Да ладно, разберем стенки, слышишь? Нам, по сути, больше ни для чего и не требуется. А вдруг мы потом еще найдем какой-нибудь драйка? Ну, достроим, ничего, блин, это камни же. Минута. Меньше. Не, уже меньше, конечно. Я сказал, когда минута была. Так, а у меня? А у меня 3 минуты еще. Чу? Да я говорю, видишь, в чем прикол? Твой типа в эпицентре находится, а мой сверху. То есть, скорее всего, на него более слабо работают эти. Блин. Да ладно, какая разница? А если ты его поднимешь, оно будет... Нет, оно в сотку не будет, оно останется так, как есть. Просто смогу в твою лунку скинуть, и он побыстрее. Ну да, да, я поэтому и хотел. Тогда сейчас я заклеим. Блин, меньше полминуты. Сейчас я его заклеим. Сейчас такой вылезет, короче, молодой человек. Скажет такой, ну привет, мир. А его палкой. Я есть, я жив, 10 секунд. Палка его леденцом.
4, 3, 2, 1. Котя, котя, котя. О боже, он лысый. А он не будет за мной следовать? Его надо кормить, да, сейчас? Уделите внимание питомцу через... Он за тобой пошел. Пошел? Да, дай я ему открою дверь. А у кого? Я не помню, у кого яд? У всех. Да не вижу. О, все, он вылез. До свидания, мир. Блять, у так, кого яд? Слишком долго. Во, полторы минуты, все. Охренеть, а он сейчас пропадет, я не успею его отдать. Подожди, он у кого-то был. А он уже все почти разрушился. Протух почти. Почти, вообще просто пися у него осталось. Есть какой побольше. Это радует. Где? У моего. А, его прям накармливать надо? Ну, его можно и накармливать. Сена не надо. А хотя слышишь, я думаю, что можно и не накармливать. Хай так будет. Так, ладно, теперь. А он очень сильно голодает, типа. Да не, может так и должно быть. Во, полминутки у моего осталось, все. А для твоего надо что же, блин? Я у своего, блин, вон успел последний. А что, он сильно там быстро растет или так? Но это лысая хрень. Так, 10 секунд почти осталось. Так. О, землетрясяха. Это твое первое землетрясение. А мой во время землетрясения. Снесется. Вот он. Куль-куль-куль-куль-куль. Да твою мать. Сынок. А чё ему еще? Блин, он голодает. Чё ему надо? Давай, сынок, за мной, давай. Вылази. Давай, давай, маленький мой. Слышь, Лёх, надо идти добыть еще этой байды, они голодают. Где мой малышок? У тебя есть еще? Или ты из моего опустошителя вытаскиваешь? Нет, я в смысле опустошителя из своего краба вытаскиваю. Ага. Он же их долбенит там вообще, дай боже. Не, я в своего засунул, вон пусть. Дай мне парочку, пожалуйста, а то, наверное, не надо было просто его вкармливать. Он когда надо, сам похавает. Ну, успеешь, если взять хотя бы там одну-две. Там что у меня у самого там. Как да мне одной, ладно, он там пожрет, чтобы не скопытиться. Так, вот, поведение. Что? Отключить блуждание. А все, она исчезла. Она исчезла. Уделить. Я выключил блуждание. Короче, так, через два. Отключить сбор ресурсов. Ему через два дня только надо уделять внимание. Так, сейчас поведение, ношение пассивное. Давай за мной, родненький. Давай сюда поближе. Взрослым товарищам. Чтоб они могли тебя защитить. Барашки. А мой с барашки играется. Не, прикольный, чё. Мой зеленый, а твой? А твой серый будет. А мой зеленый. Хм, прикольно. Только 2%, ёптите. Ну, моего 4. Я чувствую, да, надо будет сгонять. Ладно. Ну вот. Нафармить. Чё, нафармим сходим? Пускай пока. Да, давай, а почему бы нет? А как ему блуждание отключить?
А что, у тебя не отключено? Нет, поведение, да? Сейчас поведение. Все, да, я отключил. Ты пересвистнул. На ком пойдем? Сейчас я его приведу сюда. На опустошителях. Так, ну-ка, родненький. Хватит, стой. Подожди, от чего это поведение? Отключить. Да стой ты, господи, иди сюда. Надо сюда его поближе, к таким. Вот, да хоть даже возле моего пусть стоит. Так, у тебя он все сожрал. У меня еще банка есть. Он не сожрал, она пропала прямо на глазах-то. Я когда на нее навелся, на ней уже было 2 секунды, и все. 1-0 и. Так, ну она растет, все, давай, погнали. Нам вниз надо. Тогда вниз, пошли. Погнали вниз. Через Лианы, да? Ну да, чё, чё нет-то, если да. Так-то да. Воу! Упал? Нет, чуть не упал. Лянь, даже тут с первого раза уже, хоп, и всё. Я на коне. Они, блин, где они вводятся, эти твари? Ну, вылазят из этих, из норок своих. Они уже здесь вводятся. Левитация. Вот, Дрейк, вот они лезут. Чувак. Ай, я упал. Фак, ладно, он все равно не разбивается. Педрилы, где вы? Я вот двух замочил уже. А у меня нет никого. Вот понимаешь, как... Я Дрейка за жопу кусаю. Просто когда они нужны, их нет. Ну, с этим я не спорю, да. Зато когда... Они все равно вылазят из земли. Просто бегай, прыгай здесь, веселись. О, у вас обезвоживание, зашибись. Повеселился. Так, это была улитка. Да я что-то забыл попить. Вон водичка, пойду сейчас глотну. Освежающий. Водицы. Если тут, конечно, водиться. Да как она выжила-то, японский ты? Сейчас, дай хлебну. Да в смысле, пей. И пой, и пей. Ну, дети ссаные, мутагены, блядь. Вас же всегда тут вы нахрена вылазило. Родов не было от вас. Ну. А это всегда, это специально так делают. Типа, знаешь, типа, как родились Дрейки, то все, они вымирают, чтобы их нельзя было кормить. Да, они ссыкуют. Показаться на глаза. Ух, ебать, тут светло. Что? Что? Жаба сдохла, да. Ты ручал жабу, Люк? Да. Она, видать, потерялась где-то. Вон, сразу туда прыгаешь, нафиг, и все. Вот так? Да. Тэпай, тэпай, сука, тэпай, блядь. Спасибо. Жив? Да. Здесь. Вообще нету, что за бред. А стех хоть выпало? Вон там цветок есть, пойдем хильнемся. Ничего не выпало. Вот, два было хомяка, и ничего не выпало. Будешь хилиться? Или ты да не особо сильный? Да мне не надо, я фул. Тут, кстати, вот можно спуститься по лианам еще, слышь? Давай. Ну, где эти мутанты? Я готов... Вот он! Здесь. Отдай мне, сука, свою! А может они должны превращаться, слышишь? Не. Нет? У них как-то рандомно падает. Не, я просто как теорию, может быть, надо было бы. Не. Теорема здесь не работает. Вон он, бежит сзади, красный. Эй, мартышкин, давай. Не выпало. Геморройненько. Дару их. Вижу еще один, вот он вылез.
Есть. О. Сука, не ладно. Ты за мной, что ли, товарищ? Так, энергия. Света. Есть. Два штуки. Вот мне что-то не везет. Я смотрю, ты там хорошо, да, их наяривал? О, они прям тут лезут. Тут вон их просто куча. Выруби свет, они боятся света. Я как вижу, они в темноте именно в полной сидят. Да нет. Да-да. Во, еще вот из темноты вылез. Да не... Спасибо. Да, пошли. Где он тут был? Ну, он был вот тут. Вот его, тушка валяется. А, ты его снес уже? Ну да, я успел. Что, ты думаешь, реально из-за света, а не тупо это? На самом деле не знаю, поэтому говорить не могу. Я первый. Я первый. А я застрял, прикинь, текстурки. Блин. Ну хоть вылез. Нормально, все несу. Да по сути им насрать должно быть на свет. Да они фиг знает. По колебаниям по каким-то должны вылазить. Бля, колебания, вылазьте. Оп, ты кто? А, ты жук? Вон он сзади бежит. И вот он. Давай, шаурюкин их. Не? Выпало? А-а. Во! Да Лёха, блин, с разгона его. Ничего не падает. Ну все, это походу внизу, вот где дрейки вот эти вот, туда прям спускаться. И наяривать их там. Ты думаешь, хрень какой-то жижкой какой-то поить их? Не, ну я говорю, там было вот, сзади вижу, вот он разбивается. Говорю, было темно, а их прям лезло там куча. Да нет, они все равно лезут. Свет не влияет на это. Это просто для меня свет, что я вижу, куда мне тут это. Клан, пойдем домой, по одной жижке есть. Если что, жиранут, не сдохнут. Ну да, погнали. Пока что. А ты где? Здесь я. Сзади. С какого сзади? Вот, сверху спускаюсь. Ага. Потому что меня сейчас опять тэпнет, я тут уже скольжу. По лианам. Ну я лезу. О-о-о, повезло, вот они. Еще две жишки. Четыре их тут, трое точнее их тут, и четвертый подходит, и ни с кого ничего не упало. Видишь, как повезет. А иногда один попадется, и с него сразу все есть. Ну все, я возле арки, я сейчас уже к дому подхожу скоро. О, деревянной этой? Да. Так я тоже. Мышь большая, здорова. Так, только я не знаю, куда дальше фак идти. Ну, налево и вверх. Да нет, я и так-то наверх где поднялся. Арка, только туда, налево и вверх. Бля. Не, я вот он уже почти до речки дошел. Это ты прыгаешь? Кто прыгает? Где? Вот звездобол хренов. Не, я шел наугад, я не знал, серьезно, я там не вылазил ни разу. Я просто наугад шел и... Ну вот, здравствуй, я тебя немножко к себе приманю. Чтоб не выпендривался.
Ага, конечно. Поплывем, блин. Так, где... Ух, ни хрена себе, они уже подросли. Покемоны, блин. Стаю нет, скальный дрейк. 4 минуты, давай я его сразу покормлю. А, стой. А то что-то у него там вообще осталось. Панты. Зато лянька хорошо, у него оглушение 3000. У него... Урон, урон слабенький, конечно. У него еды очень много. Так, давай вот твоему держи одну банку. Благодарю. Моему. Да хотя, одну в принципе, банку. 12%. Но он похавал. Вот ему скинул, он сразу сожрал. То есть у него было мало. Ну, как он считал, было мало. Через 2 часа протухнет банка у него, да? Ясненько. Давай тогда на этом заканчивать. Можно. Да, ебать, у него морда такая пиздец. Сука. Вот. Пернатый. Петуч. Ладно, ребятушки, на этом мы закончим, короче, серию. Потому что, ну, ждать тут 12%, ждать, пока они вырастут, ну, сами понимаете. А, так что в следующей серии мы уже, скорее всего, на них полазим, полетаем, возможно, даже вылезем на поверхность. Ну, соответственно, конечно, еще покачаем, посмотрим, что они из себя вообще представляют. Че умеют, вот. Че не умеют. Да, что умеют, как там они выдыхаются, не выдыхаются, быстро, не быстро. И, скорее всего, это наши будут уже постоянные питомцы, возможно. Может, нет, может, даже посмотрим. А пока что на этом все. Так что ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите нам комменты, ссылочки все в описании под видео будут. Все хорошего, всем пока. Всем пока, ребята!